самом деле была игра напряженная. Во-первых, поле, пока мы привыкли, первый день сегодня. Пока мы присматривались, и соперник достойный. Было очень тяжело, где-то пропускали, где-то забивали, но, по-моему, обе команды были достойны победы. Что вообще, не думаете, что вы разозлили «Желтого зверя», наверное, перед вторым ответным матчем, и Тирасполь будет заряжен настроем? Конечно, мы серьезно ко второму матчу также будем готовиться, потому что Тирасполь такая команда, она достойна высоких мест, чемпионства, они борются всегда в каждом чемпионате, с ними всегда тяжело играть. То есть нелегко будет и второй матч. Ваша команда готова на все 100%? Конечно, да. Мы всегда готовимся, серьезно, как на дивизию «Адар». Решили отдельные моменты игру, просто где-то недоработали, где-то что-то упустили, поэтому голы пропустили. Игра такая равная, боевая. Есть 2 дня, чтобы проанализировать и исправить в пятницу ситуацию. У вас не хватало нескольких игроков. Как вообще это прокомментируете, с чем связано? Будут ли они к следующему матчу? Травмы, такие моменты есть, не знаю пока, будут, не будут. Сегодня буквально вот Дима Попович у нас получил травму, а насколько серьезная, пока еще без, не знаю. Ну как к следующему матчу, то есть вы настроены, готовы выигрывать, забирать? Ну конечно, у нас пути обратного нет, только победа нужна нам, поэтому будем только настраиваться на победу, конечно.